Что тут у нас? Какой-то файл. Надо двигать. По-моему, тут что-то есть. Черт, время поджимает. Не поняла? Цифрокайф пробовал, а? Muy corto. No tiene ni idea de la función. No tiene ni idea.
эту мерзкую скульптуру выкинуть. Он орал и отбивался всю дорогу. В общем, помог Блюм себя оправдать. Цитата. Приносим извинения за ситуацию, возникшую в день увольнения Реймонда Кинни. Напоминаем, вашу страховку включены консультации у психиатра. Желаем мистеру Кинни скорейшего выздоровления. И не забывайте, в нашей компании конфиденциальность превыше всего. А теперь перевожу. Кинни рехнулся, а тому, кто решит провернуть такой же трюк, надаем по щам больно. Тут что-то есть. Пора двигать. И тогда я Это все дурь. Permiso. Рэй психанул и вырубил свет на всем северо-западе. Люди в панике. Были жертвы. Куча бабла на ветер. Доказал, так доказал. Наглядный пример того, как опасно полагаться на единую систему. Кажется, теракт? Но возможно. Подходит под определение, так? Роуз Вашингтон выбрала более традиционный путь и даже попала в газеты. Но факт работы с Рэем испортил всю малину. А Тобиас Фрюер, вряд ли кто-то заметил, что он свалил. Не пришел, и черт с ним. Рэй все еще в бегах. Он опасен. По мнению Блюм, да. Время от времени устраивают рассылку. Пишут, что контакты с бывшими сотрудниками запрещены. Мы-то знаем, о ком они. Сопли распускать. Так, 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 да. Норм. Ага. Да, вот так рискни. Вот так, дальше. Ну, рискни, рискни. Дальше. Ну, ай, блинский. Ну, давай же.
Ну, ах, ты ж ё-моё, ну не сын, не сын, ну всё норм, 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 ну давай соберись, а? О, норм заход, так, сможешь, 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 я точно знаю, сто пухов, ну давай вот так, вот так, ну попёрла, докажи, ну давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Хорошо. Еще давай. Блин. Так, так, вот, вот так, вот так. Тут что-то есть. Черт, время поджимает. Тут что-то есть. Времени нет. Это не тот тип из новостей. Thank you.
опасно. Слыхали о ряде Фибоначчи? Обожаю эту штуку. Воткну алгоритм в программу. Пусть кандидат мне расскажет, насколько реально изменить подсознание жителей Чикаго всего за несколько дней. ПТОС отмониторит результат. Если цифры начнут всплывать тут и там по всему Чикаго, подтвердятся мои опасения. А если так? Вышлю доказательства ДЦЭК, пусть они сами исправляют ситуацию. Блин, пардоньте. Камеры новые, не особо в ней пока разбираюсь. Пока мы еще не встречались, я был в этом салоне, а он как-то туда зашел. Вроде на эту кнопку жать нужно. Да ладно, ты выглядишь прекрасно. Так, стой минутку, у тебя на щеке что-то. Убери, убери, убери. А, да, вот так. О, господи, ну и поза. Эй, Жасми, давай. Получилось? Блин, не получилось. Что вообще творится в Чикаго? Пардон. Офигел? По-моему, тут что-то есть. Пора пришла пора в теплые края. Thank you.
я знала. Выигрышные номера в лотерее. Фибоначчи. Народ в надземке все уши мне прожужжал. А что в новостях? Та же петрушка. Отчет CTOS можно не читать. Кандидат действует. Числа, которые я воткнула в CTOS, вылезли буквально на каждом заборе. Я была права. Мысли Кинни был прав. По-моему, тут что-то есть. Черт, время поджимает. Тачка, берегись! Здесь что-то спрятано. Надо двигать. Блин. Черт, все пробки на скамбуле.
все просто обожают. Я проплатил почти весь проект. Блюм выполнили свою часть сделки. Никогда секреты врагов не доставались мне так просто. Осталось решить один вопрос, мэр. Внезапно он стал народным заступником. Газет слишком много читает, что ли? Похоже, пора с ним поговорить. Что-то странное нашел. Времени нет. Познавательная встреча. Мой человек в Блюм привел ко мне итальянского программиста Дисипио. Он предложил эффективное решение проблемы с Рашмором. Пока я не очень верю, но если сработает, DTOS станет невероятно мощным оружием. Похоже, программа может добиваться заданных результатов. Взять те же перевыборы мэра Рашмора. Его рейтинг все падает, а выборы на носу. Я проинструктировал этого Дисипио. Надо убедиться, что все работает. Рашмор должен быть мэром. Если получится, подумаем, как приструнить нашего главу города. Тут что-то есть. Надо двигать.
выполнять предвыборные обещания. Контроль над CTOS. Пришло время прижать мэра раз и навсегда. Я приказал Блюм собрать на него компромат с помощью CTOS. Мертвая шлюха. Маленький мальчик. Мне плевать. Лишь бы быстро. И знаете, им все равно. Используют ту же программу, что и на выборах мэра. Кандидат, кажется. Удивительно, что творит с людьми. Правильная мотивация. По-моему, тут что-то есть. Надо двигать. Чего? Вашингтон. Эта запись сделана потому что я в опасности. Я работала на Блюм. Не знаю, что стало с другими. Тобиасом и Рэем. Нас уволили. За мной кто-то следит. Что тут у нас? Какой-то файл. Гребаные узлы.
Кто-то продает права на доступ к сети. Мэр Рашмор ратовал за введение сети ОС. Это основа его предвыборной программы. Он либо глупец, либо преступник. Надо подобраться к нему поближе. Что-то странное нашел. Гребаные узлы. Я умнее. Идиот. Ведет за мной слежку. Пришлось сжечь два телефона. Нужно выбираться. Но я не могу. Весь город в опасности. Донован, мэр Рашмор, похоже, влюблен в меня. Я не знаю, что с этим делать. Надвигаются выборы. Я подслушала один разговор Дона. На выборах используют какой-то новый алгоритм сети ОС. Надо будет взломать его файлы и узнать побольше. Уотере.
Тут что-то есть. Надо двигать. Да, да, но... Я могу... Да, держусь пока. А ты... Тут что-то есть. Ну-ну. Времени нет.
тебя проблемы? I think he was engaged like 3 different times before he finally, like, and then you went from, you know, engaged to one and then dropped her and got engaged to another one. But of course, they were seeing them, you know, at the same time, overlapping. And then he finally gets to, like, the third one. Что тут у нас? Какой-то файл. Шевелись, Пирс. Прогноз совпал.